финалиста фестиваля. Розыгрыш призов от спонсоров и партнеров. Показы дизайнерских коллекций, чайная церемония. И, конечно же, церемония награждения участниц всех конкурсов и категорий с приглашенными гостями. А на сцене сегодня происходит грандиозное событие, которое состоится в первый раз. Это первый общегородской фестиваль красоты, талантов и дизайнеров World Beauty Simmertau. Фестиваль, он сам по себе уникальный, потому что он отличается от стандартных конкурсов красоты, которые проходят. А на сцене сегодня в ДК состязаются за гран-при. Это конкурс красоты таланта для девочки от 3 лет, также конкурс красоты среди мисс. Конкурс дизайнеров будет проходить, стилистов и конкурс талантов, название Best Talent среди творческих коллективов и индивидуальных участников. Они создаются за гран-при. Это возможность поехать в Астану на международный фестиваль, который будет проходить в рамках проведения Экспо, то есть побывать в самом Экспо. На организацию мероприятия, что более, около, ну, не более 2,5 месяцев, а подготовку девочек 2 месяца. Всем участникам будут даваться какие-то памятные призы на память, насколько гран-при предусмотрено. Потому что гран-при в Астане участие стоит платно, и получается гран-при выдают сертификат, они там будут участвовать бесплатно. Это у нас 31 человек участницы категории красоты и таланта. 5 коллективов наилучших, которые мы выбрали, это творческие коллективы. Также 4 стилиста и 4 дизайнера. Я, конечно, очень рада, я не ожидала вообще, что я выиграю. Подготовка была, все тяжело было, переживала очень. Дальше продвигать себя, участвовать в других конкурсах, да, в модельном бизнесе.